В дома жителей восточного района Сургута вернули горячую воду. Изначально подачу горячего водоснабжения на 2 недели им должны были ограничить еще 15 июня. Затем работы перенесли из-за того, что режим самоизоляции в Югре действовал до 23 числа. Начать отключение горячей воды намеревались 22 июня. Более того, краны действительно похолодели. Однако губернатор Наталья Комарова подписала постановление, которое продлевает режим самоизоляции до 30 июня включительно. Пока нового графика отключения горячего водоснабжения ГТС не опубликовали. Можно предполагать, что жителям восточной части города стоит готовить кипятильники к 30 июня. Также пока не ясно, сколько будет длиться новое отключение горячей воды – 14 дней или 13. Ведь фактически H2O не было в квартирах сургутян практически сутки.